Всем привет и добро пожаловать в мой новый влог. В этом видео я хочу вам показать, как мы встречаем Новый год, а также что приготовлю. Готовить я буду сегодня профитроли из заварного теста и буду их использовать для того, чтобы приготовить обалденно вкусный торт для любимых мужчин, дамские пальчики, а также приготовлю из профитроль закуску с креветками. Всем приятного просмотра. И начинаю свой день с того, что упакую все в подарки. В Инстаграме сейчас очень много показывают вот такой вот метод. Я тоже решила попробовать. Мне он понравился. Он простой. Он хорош тем, что в кармашек, который получается, можно положить открытку или какое-нибудь украшение. И это очень аккуратно и стильно смотрится. Приготовлю тортик «Дамские пальчики». Для крема мне понадобится сметана 20%, 1 литр. Я ее насита, и ее надо отцедить от лишней влаги. Понадобилось мне где-то 3 часа. Можете поставить какой-нибудь гнет для того, чтобы быстрее стекала лишняя жидкость. И можно, в принципе, взбивать крем. Не взбивать очень долго. Буквально одну минутку, и я добавляю в это количество сметаны 1 литр 150 грамм этой сахарной пудры. Все вместе перемешиваю, и в принципе все. Крем готов. Готовлю профитроли. Здесь у меня 500 миллилитров воды. Я немножечко ее подсолила и добавляю 200 грамм сливочного масла. А затем 200 грамм муки и завариваю очень быстро тесто, перемешиваю его, и оно должно образоваться вот такой комок. Тесто очень эластичное, и добавляю по одному, обязательно, это очень важно, 8 яиц в это количество теста. Очень хорошо с этим справляется комбайн, вот такое гладкое тесто получается. При помощи кондитерского мешка я аккуратно вот сформировала такие пироженки в виде пальчиков. На дно разогрела духовку до 180 градусов и выпекаю 30 минут. Вниз пар надо еще добавить. Вот такие профитроли получаются. Вот, обжариваю для торта орешки, и здесь я помыла и высушиваю немножко подсушиваю виноград, изюм. Все, обваливаю в крем каждую профитрольку и выкладываю в форму с бортами, для того, чтобы была красивая форма у торта. Каждый слой, их будет 3 или 4, я пересыпаю орешками и виноградом сушеным. Следующий слой укладываю плотненько и тоже пересыпаю изюмом и орехами. Последний слой хорошенько смазываю и оставляю немножко крема для того, чтобы смазывать борты. Накрываю пищевой пленкой и отправляю в холодильник на часа 3. Вуаля! Достаю из формы аккуратно. Обмазываю со всех сторон оставшимся кремом. И можно украшать. Украшать я буду по зимний декор у меня торта, поэтому ель и клюква в сахаре.
Наверное, самое актуальное, что можно найти в это время. С Новым годом, с новым счастьем. А сейчас приготовлю закуску. Для этого очищаю креветку от головы и оставляю панцирь. Да, спашку засовываю в саму креветку вот таким вот образом. И проделываю это все с остальными креветками. Разогреваю растительное масло. Добавляю сюда чеснок и немножко жгучего перца. Подогреваю это все. И выкладываю креветки. Буду их обжаривать до полной готовности. Запах обалденный. Немножечко подсолите. Креветки готовы. Для начинки, для того, чтобы наполнить профитроли, можете приготовить салатик крабовый. Но у меня не было крабовых палочек, я просто сыр, чеснок, немножко огурчика для хрусткости и соль, сахар по вкусу, майонез. И наполняю сами пироженки и добавляю креветку. Можете ее очищать, но мне так больше понравилось. Все, закуска готова. Такую закусочку я буду оформлять всем, что у меня осталось в холодильнике. Ближе к Новому году уже. Здесь у меня мед, виноград, немножко колбасы, орехов, шоколада. В общем, вот такая вот нарезочка, тарелочка, или как ее тут назвать, я даже не знаю. В общем, детки уже уснули, поэтому мы с мужем продолжаем праздновать Новый год вдвоем. Я хотела вас поздравить всех с наступающим Новым годом и Рождеством и пожелать в этом году, конечно же, здоровья, любви, радости. Увидимся с вами. Пока-пока!